У мамы Тани дел немало, у мамы Тани много дел. С этих слов могло бы начаться стихотворение о Татьяне Ковальчук. Сегодня она – мама шестерых замечательных деток, среди которых есть и школьники, и совсем малыши. Целый день Татьяна Петровна занята. Надо и уроки у старших проверить, и уделить внимание малышам. Это тяжелая, но такая любимая миссия, миссия многодетной мамы, Татьяне полюбилась давно. Примером послужили родители мужа, воспитавшие четырех детей. У меня супруг, у него четверо в семье, то есть у него еще есть два брата и сестра. Я всегда, когда вот мы пока встречались, была очень рада тому, что у него вот мы когда собирались всей семьей, такой большой вот стол, и они все вместе, и мне это нравилось. А у меня одна сестра, поэтому я так вот, мы только одна. Несмотря на то, что Татьяна Ковальчук со всеми обязанностями справляется на отлично, рядом с ней в минуты радости и грусти любящий муж Игорь. 15 лет совместной жизни подарили супругам не только деток, но и возможность понять, что такое настоящее семейное счастье. Научили быть терпимыми друг к другу, прощать обиды и забывать об огорчениях. Семейное счастье в любви. Если ее нет, нету ничего. Любовь к детям, любовь к этой жизни, любовь к своим соседям, к знакомым, ко всем. И я скажу, что сейчас и проблем-то в мире очень много возникает, потому что любви нету в людях. Будет любовь, будет и все. Любимое место совместного отдыха большой семьи – это обеденная комната. Здесь родители и дети в конце рабочего дня пьют чай и делятся своими успехами. Татьяне Ковальчук удалось создать в своем семейном коллективе атмосферу тепла и уюта, в которой каждый чувствует себя спокойно и умиротворенно. Поэтому тайн и секретов от мамы у детей нет. В ней они видят надежную поддержку и опору. Любят за доброту и отзывчивость. Добрая, веселая, приветливая, красивая. Очень умная, умная и хорошая. Она всегда, она добрая и всех жалеет. Приветливая, ласковая. Она всех, всех принимает. Быть мамой – это счастье. Быть многодетной мамой – это счастье еще большее, уверена Татьяна Ковальчук. Хорошая хозяйка, наставник по жизни. Очень скромный и в то же время искренний и эмоциональный человек. Именно так характеризуют домочадцы свою главную и любимую женщину. А о том, как сложится дальнейшая судьба, Татьяна загадывать не любит. Однако уверена, что у семьи Ковальчук все будет хорошо.